представлялись сотрудниками управляющей компании и проникали в квартиры. В Ульяновске задержали двух женщин по подозрению в мошенничестве и краже. В полицию обратилась пенсионерка 1934 года рождения, которая сообщила о том, что у нее украли ювелирные украшения – кулоны, серьги, несколько колец. Общая сумма украденного – 25 тысяч рублей. На территории города Ульяновска была задержана группа лиц цыганской национальности по подозрению в совершении кражи. С данными лицами были проведены следственные действия, возбуждено уголовное дело. Под видом сотрудника управляющей компании в квартиру к пенсионерке проникла женщина, которая якобы обходит пенсионеров, относящихся к категории «дети войны», и информирует о полагающей компенсации за оплату в сфере ЖКХ. Гостья сообщила женщине, что отвлечет ее внимание ненадолго, поэтому входную дверь закрывать не нужно. Разговор происходил на кухне, узкий проход в которую женщина специально загородила, чтобы ее напарница незаметно смогла проникнуть в открытую дверь. Проскочив в комнату, подельница и нашла украшение. Уважаемые ульяновцы, будьте бдительны. Не доверяйте незнакомцам, особенно тем, которые под различными предлогами пытаются пройти к вам в квартиру. Предупредите пожилых родственников, которые входят в группу риска, чтобы без вашего ведома они не впускали посторонних в дом.